В деле о ночной перестрелке в центре Краснодара уже четверо задержанных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Всего же в конфликте участвовали около 10 человек. Раздавались этой ночью и одиночные выстрелы, и, как утверждают очевидцы, автоматные очереди. 27-летний мужчина, который получил ранение в ходе перестрелки, умер в больнице. В региональном управлении Следственного комитета не исключают, что пострадавших было несколько, но точное количество пока не называют.